Может быть несколько причин, из-за чего у человека садится зрение. Есть как связанные с питанием, конечно же, нехватка определенных элементов, но чаще всего это, конечно, работа мышц. Почему? Потому что человек сидит в школе, сидит с наклоненной постоянно головой, вот так вот, да, там чего-то пишет, нету периферического зрения, а наш глаз, в принципе, должен работать все время постоянно, там дальняя картинка, ближняя картинка, дальняя, ближняя, то есть мышцы должны тренироваться с перехода с дальнего на ближнее, это их основная задача, отслеживать безопасность, и когда мы перестаем это делать и просто утыкаемся там в лист бумаги, начинаем писать с опущенной головой, мы мало того, что перегружаем мышцы шеи, а за ними перегружаются как раз-таки там мышцы челюсти и все вот здесь вот ближайшие мышцы, да, вы понимаете, которые уже близко к глазам, это все начинает очень серьезно влиять на само зрение, оно начинает снижаться. Значит, что мы здесь еще раз видим? Мы видим здесь, что у нас есть верхняя мышца, которая подходит вот здесь, вот есть боковая левая, есть мышца, которая снизу подходит, крепит зрачок, и с другого бока. Вот эти мышцы, по факту, от их работы в основном, ну, тут есть еще вот эти вот косые, которые поперечное делают сечение, от их работы, от их эластичности, насколько они питаются питательными веществами, сколько как к ним подходят кровеносные сосуды, и зависит как раз-таки работа нашего зрачка. То есть вы еще раз все замечали, что когда мы начинаем щуриться, эти мышцы сдавливают зрачок, у нас изменяется угол, и, соответственно, зрение улучшается. Поэтому наша задача — провоздействовать на мышцы, которые окружают глаз. Потому что когда мы воздействуем на мышцы, мы, во-первых, запускаем туда питательные вещества, во-вторых, мы убираем оттуда продукты жизнедеятельности, мышцы становятся более эластичными, она начинает по-другому фокусироваться. Дальше наш глаз, это еще раз, он как камера, которая фокусируется на дальние и ближние расстояния. Нам нужно будет просто это тренировать. Вот зрачок находится в цепочке таких вот мышц, знаете, как в посадочном седле сидит, находится. И обратите внимание вот на вот это вот сплетение сосудов вот здесь кровеносных. Это очень важно, потому что как раз-таки они отсюда идут. И вот отсюда идут, как раз-таки это в том месте, где у нас слезная железа находится, вот здесь вот. И вот как раз-таки с этими точками мы и будем работать.